Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Сегодня я прочитаю для вас стихотворение, написанное в 2015 году. Оно называется «Улыбка и щеки касания». Улыбка и щеки касания, минутки славы роковой, в сети короткое свидание и взгляд младенчески живой. И хоть тебе не 19, а мне не 30 уж давно, пьянит твой взгляд и тянет клацать. Стихи печатать суждено, писать о ритмах дискотеки, испанской страсти к небесам, о том, как ты, смежая веки, внимала тайным голосам, о том, что пела и любила, кого-то в сердце берегла, душа же с Богом говорила, лишь одного Его ждала. И вот закончилась работа, на сцене пусто, гаснет свет, нисходит сквозь пространство что-то. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. И снова музыка и танец, и вдохновленной песни свет. Здесь русский я, не иностранец, вновь через два десятка лет. В Москве родился и учился, и первые стихи писал, а в школе в первый раз влюбился, невольно женщину познал. Здесь колесо моей фортуны на прочной держится оси, на вере, в ней мы вечно юны, в святое таинство Руси. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Улыбка и щеки касания.